Всем привет! Вот снимаю видео о своем блоке. Мастерила я его из упавшей осины. Ну, это, конечно, блокбастер. Как все происходило. Помните, летом были ураганы. Ну и я совершенно не подумав о том, что грозит опасность кому-то, не мне, моим собакам, вышла поснимать. Ну и совершенно случайно я сняла, как падает осина. Ой, Господи, слава тебе, Господи, все остались живы, все здоровы. Пронесло, как говорится. Но не пропадать же добру. Я подумала, ну вот осина целая упала, надо заготовить кору. Коры заготовила много на всю оставшуюся жизнь. Сейчас я покажу. Вот так вот она выглядит. Ничего особенного. Я, конечно, много труда положила на то, чтобы это все порезать, отварить, высушить. Но опыт показал, что фаленопсисы не очень воспринимают эту кору. Появляется плесень в горшках, причем сажала двумя вариантами, в обычной системе и в закрытой. Тихо! О, грифоны мои. Сейчас я покажу еще, сколько у меня не порезаны, не обработаны. Ну, наверное, я буду делать блоки. Это вот первый блок, который я смастерила. Причем сначала хотела снять видео о том, как я это делаю. Прям вот от ада я, как вот фаленопсис, мотала мхом, примотала. Но потом подумала, что, наверное, я не имею права этого делать пока. Поскольку это мой первый блок в жизни. Я сама учусь, поэтому учить я пока не готова. Ну и вот еще кора заготовлена. Не фокусируется, темно уже. Вон как раз видно кусочек отрезанный для моего блока. Ну, ребят, пожелайте удачи нам, моему фаленопсису, чтобы он выжил бедненький, так как он бедный, подопытный. Я его посадила в закрытую систему. Он рос, что-то ему не нравилось, корни особенно не росли. Потом я его достала, просушила и вот на блок посадила. А там дальше будем смотреть, что будет дальше. Ну и, конечно, сейчас вставлю видео о том, как я сняла падение самой вот этой вот осины. Кошмар! Ужас! Я очень надеюсь, что мой фаленопсик, мой хороший, расти, заюшка, прости меня за свои опыты. Я надеюсь, что все будет хорошо.